почему там у тебя не сломанный нос, почему у тебя не выбитые зубы. Мы выбрали не балет или еще что-то, поэтому у тебя есть ровно минута поплакать, ты отдыхаешь, все, идешь в обратном зал тренироваться. Классический вопрос для девушки-боксера, да? Потому что я живу очень рядом возле зала. Это была единственная секция, куда можно было вообще пойти. И поэтому я пошла 13 лет чисто попробовать для себя. Мне понравилось, меня затянуло, и все, я влюбилась. И теперь это часть моей жизни. Ну, в основном оно так и есть. Никогда женский бокс не будет на уровне мужского, потому что все-таки мужчины, они интереснее, чем женщины, да. Но с каждым годом женский бокс набирает более и более популярнее. Ну, когда узнают, то да, сразу бокс, девушка, бокс. Почему там у тебя не сломанный нос, почему у тебя не выбитые зубы. Стереотипы просто очень интересны. Сразу если девушка, то это сломанный нос, челюсть, еще что-то. Но на самом деле девушки-боксеры, они намного красивее могут быть, потому что мы постоянно тренируемся, мы постоянно в спортивных костюмах ходим, нам хочется накраситься, нам хочется сделать красивую укладку, одеть каблуки, выйти в платье и так далее. Поэтому это чисто стереотипы только. Да, было неоднократно. Ты стоишь в парах, у тебя что-то не получается, ты заходишь в раздевалку, просто бросаешь эти бинты, говоришь, все, я больше не буду заниматься, начинаешь плакать. У тебя есть ровно минута поплакать, ты отдыхаешь, все, идешь в обратном зал тренироваться, понимаешь, что как бы не получится, не в этой жизни. Конечно, для каждого любительского спортсмена стоит олимпийское золото, но я хочу получить это олимпийское золото, а после олимпийского золота пойти боксировать по профессионалам. Мы прошли трехнедельный ОФП-сбор, было очень тяжело, мы проделали колоссальную работу. И сейчас мы тоже, двухнедельный сбор вот у нас уже заканчивается, тоже тяжело, как бы, тяжело физически, тяжело эмоционально, тяжело морально, хочется домой, хочется, нагрузка, она накапливается и становится очень тяжело, но мы выбрали не балет или еще что-то, поэтому это в первую очередь техника, количество ударов, бить, чтобы по тебе не попадали, не пропускать удары. Потому что как бы хочется ходить с красивым носиком. Но мне нравится, если старых боксеров, то это Артура Гатти и Рой Джонс младший. А если современных, то это Канело Альварес мне нравится. И все.